Главная распродажа года. Скидки до 70% и плюс до 18% по карте любимого покупателя в магазинах «Чемпион» и «Курган Обувь». Рикер, Баден, Монро, Планета Обуви, Элита, Лизет, Айдини, Франческо Дони, Алиса, Шускорт. Здравствуйте, с прогнозом погоды вас знакомит Максим Пивоваров. Дорогие курганцы, вот и закончились праздники, но не закончились сюрпризы от сети обувных магазинов «Курган Обувь» и магазинов «Чемпион». Они дарят вам главную распродажу года. Скидки до 70%, плюс до 18% по карте любимого покупателя в магазинах «Чемпион» и «Курган Обувь». «Монро», «Зенден», «Калипсо», «Витачи», «Айдинни», «Франческо Донни», «Баден», «Лизет», «Рикер», «Кет», «Доральф», «Эвита», «Тамарис», «Планета Обуви». А теперь о прогнозе синоптиков. В среду синоптическая ситуация в Зауралье обусловится тыловой частью циклона, куда будут проникать разрозненные массивы снеговых облаков при температурном режиме на 6-8 градусов ниже своей климатической нормы. В Екатеринбурге минус 15-17, в Тюмени минус 19-21, в Челябинске минус 13-15, местами небольшой снег. В Кургане облачно с прояснениями, возможен небольшой снег. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха минус 23-25. Днем в Кургане облачно, кратковременный снег. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха минус 17-19. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба. 11 января солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!